Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 22 апреля 2021 года. И по просьбе моих подписчиков хочу сегодня показать и рассказать, как я содержу мучного червя. Иначе их называют мучной хрущак. Это вот такой жучок черного цвета во взрослом возрасте. И здесь специально в баночку я отсадила самого червя мучного и разные стадии личинки и роста этого червя. Используется мучной червь для кормления разнообразных достаточно домашних питомцев, сельскохозяйственной птицы в качестве домашней, чистой, натуральной белковой добавки к общему рациону питания. Я использую для хомяков, монгольских песчанок, африканские ежи, насекомоядные животные. То есть применение, скажем, как дополнение к основному рациону питания ваших домашних питомцев, достаточно много для мучного червя. Теперь у нас курочки, перепела, которые тоже с удовольствием кушают мучного червя. Не путать его с зафобусом. Это большой хрущак. Выглядят, да, почти одинаково размер. Разница в размере. Ну и, скажем так, в питательных. Для курочки я беру мучника, скажем так. И для своих монгольских песчанок, хомяков сирийских тоже. Для джунгариков вот именно мучника, они поменьше. Хрущак, кстати, может даже и больно укусить, я имею в виду зафобос, большой хрущак. А вот этот более безобидный, скажем, для такого мелкого зверя, которое сейчас у меня в доме живет. Содержать и разводить его очень просто в домашних условиях. Не требует никаких забот, хлопот. Для этого вам понадобится пластиковый контейнер. В зависимости от того, какое количество мучника вы хотите развести, берете разный литраж контейнеров. Можно использовать любые емкости. У меня вот это баночки из-под шашлыка. Ну, в принципе, если вы хотите побольше, конечно, вы берете и контейнер побольше. Для начала вам что будет необходимо? Купить в зоомагазине живого мучного червя. Вот так он будет у вас выглядеть. И в баночке за 100 рублей ее для начала разведения достаточно-предостаточно. В принципе, они окукливаются очень быстро, а скорость окукливания зависит от температуры воздуха в комнате. Ну и, соответственно, в той емкости, в которой вы их содержите. Приобрели себе на племя червячка. Взяли, вот у меня вот это 6 литров. Это, конечно, маленький. Вы можете взять 15, 20. Кто-то, если хочет, можно использовать разнообразные старые аквариумы. Вот посмотрите, здесь половозрелые жуки. Черный – это половозрелый жук. И у меня очень маленькая баночка, это упаковка из-под печенка тут была, магазинная обычная. Он не может выбраться, просто вот она низкая, открытая поверхность. Вот он падает на спину и все. То есть его личинки то же самое. Это не таракан, это жук. Он не может выбраться. Но для поддержания необходимой температуры и влажности эти емкости я накрываю. Единственное, что я делаю, здесь у меня никаких отверстий нет для вентиляции. Для того, чтобы хоть какая-то вентиляция была и чтобы не разводилась плесень в самом вот этом вот, где он будет жить, ваш червячок, я делаю таким образом. Просто какую-то маленькую, вот не даю закрываться плотно этой крышке. То же самое вы можете сделать, например, вот таким образом. Никто у вас не убежит, но при этом у вас будет сохраняться температура и необходимая влажность. Если вам не жалко сам контейнер, вы можете просто сделать отверстие раскаленным гвоздем, маленькие отверстия для вентиляции. Эффект будет то же самое. Не надо вот так вот плотно совсем закрывать, потому что мы туда будем добавлять свежие овощи. И они имеют свою влажность. При нагревании в террариуме это начнет все портиться и плесневеть. И ваш червь может либо погибнуть, либо там заразиться. И, в общем, ничего хорошего из этого не получится. То есть ему нужна все равно-таки какая-то хоть, ну,
условия содержания надо создать. В основной массе люди держат на обычных вот таких вот самых простых крупных овсяных хлопьях. Это идет как, скажем, грунт в этот террариум импровизированный. Также это сразу уже и питание. Кто такой мучной червяк? Это тот самый вредитель, жучок, который кушает муку. Почему он называется мучным червячком? Вот такая субстанция. Вы можете положить ее на дно. Я не люблю использовать овсяные хлопья крупные, потому что потом тяжело все это чистить и отлавливать жучков и самих уже личинок. То есть у меня в составе идет гораздо проще. Да, обычная мука, самая простая, самая вот обычная, в которой они, если они у вас как бы завелись, это считается вредитель, то они портят наши продукты питания. Вот. Я имею в виду, если они у вас завелись не в террариуме, а добровольно откуда-то к вам прилетели, приползли. Далее я добавляю вот такое вот самое простое сухое молоко. И немножко для витаминов, как витаминную добавку, добавляю вот такие смеси малыш. Ну, там, для детей сухая молочная смесь. Это не кашка, это именно молочная смесь для вскармливания деток с возраста месяц. Без разницы, это я для улиток месяц беру, ноль. Можно старше, неважно. Гамарус. В небольших количествах также добавляю, потому что все-таки жучок, червячок имеет хитиновый покров. Ему надо превращаться из личинки в жучка. Из червячка в жучка. Положили весь, значит, состав. Мука, молоко, гамарус немного. Можно его, скажем так, размять, как у рыбок, когда кормим. Можно червячками накидать. Добавили питательной смеси, как витаминки, и нужно какое-то укрытие. В зависимости от того, какой у вас по величине контейнер, ну, у меня, например, влезла вот так, половинка упаковки от яиц. Вот так я ее перевернула, на эту упаковку мне удобно складывать овощи, а жучкам и червячкам удобно прятаться под этой упаковкой. Они, как правило, закапываются в эту питательную смесь, в которой они и живут, и ей же питаются. Скушать вот так, чтобы прям вот всю коробку этой смеси они скушали, такого я как бы, ну, не видела, не встречала. Вот. Овощи, да, вот морковку, если вот так порезать, положить, то все будет съедено на самом деле. То есть это они, да, это вместо воды, миски с водой ставить не надо, опрыскивать не надо, иначе у вас испортится и заплесневеет вся основа, ваша мука, молоко, все это слипнется и будет, может завестись грибок, это как бы ни к чему. Все по факту, дорогие друзья, коробочку поставили как укрытие, сверху на коробочку добавили, это у меня мука просто высыпалась из пакета вот таким образом. Это ничего такого специального, просто пакет рваный. Коробочку перевернули. Если у вас большой контейнер, значит, у вас будет много коробочек, несколько коробочек, большая коробочка, тоже без разницы, в зависимости от размера контейнера. Не надо, конечно, сажать туда огромное количество. Но если вы взяли немножко... Я, например, покупаю порционную такую баночку в зоомагазине. На 20 литров террариум у меня контейнер. Это начало. Потом далее. Вот ваш червячок рос, рос, рос. Растет он вот так интересно. Видите, он переодевается тоже по размеру. Молодая личиночка, она еще не окрашена. Видите, тоже переоделась. Беленькая такая, прозрачненькая. Вот, вот его взрослая особь. Жила-жила, росла, наелась, выросла, окуклилась. Вот эта куколка, вот такая она живая, она шевелит хвостиком. Куколка, если зафобос, мы раньше, я разводила, складывала в отдельные баночки. Мучника тоже рекомендуют отделять личинки куколки от жуков. Я не отделяю, если честно. У меня просто много-много разнолитражных террариумов вот такого плана. И 20 литров, и 15, и 30. Без разницы, можно 6, можно 3. Я просто отселяю. Вот, например, я вижу, что у меня уже в одном террариуме много. Много тут вот просто вот так вот, знаете, рядами.
Тогда берем свежий, делаем свежую подстилку кормления, укрытия и просто отселяем разного возраста личинок, либо половозрелых жуков, либо кого у вас больше в наличии. Имеет смысл отсадить половозрелых жуков. Они черного цвета, вот такие вот жуки. Эта личинка, белый жук, это вот только-только он из вот такой вот куколки, вот из такой куколки, он превратился, вылупился и стал вот таким жучком белого цвета. Далее он начинает темнеть, превращается вот в такого красавца медного, медно-красного, а затем перелиняет и будет черного цвета. Ну и ему надо какое-то время, количество, конечно, подрасти, они начинают размножаться, спариваться эти жучки, оставляют личинки вот в этом питательном субстрате, в котором затем появляются маленькие червячочки, потом растут, становится их больше, больше и больше. Все, никаких хитростей, ничего я не делаю. То есть я вот их, например, вот хочу, вот заселила вот сюда, вот все. Вот я их заселила. Поехали они в новый дом. Они сейчас сами разбредутся, куда им надо, расползутся, заберутся, кто закопается в этот питательный субстрат, кто в коробочку спрячется, кто куда. Все, далее накрываем вот таким образом крышечкой. Хотите, там можно вот так, например, и вот так. Немножко им какой-то доступ кислорода нужен, чтобы это все не запрело, не запотело, не заплесневело. Никаких больше тонкостей нет. Видите, что много жучков. Отселили опять очередную новую партию жучков в новую вот такую коробочку. В этой продолжает идти жизнь. Увидели, что там много уже грязи, личинок. Заменили коробку. Все. Желаю успехов в разведении мучного червя.